Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 301. Найдите сумму нескольких одинаковых слагаемых. А. Минус 5 прибавить минус 5 6 раз. Это сложение чисел с одинаковыми знаками. Как складывают числа с одинаковыми знаками? Знак остается тот же, у нас минус. И складывают модули. А модуль у нас 5. То есть мы 6 раз должны сложить 5. А это значит, что значит 6 раз сложить число с самим собой? Можно заменить умножение. 5 умножить на 6. А это равно минус 30. Аналогично делаются B, V и G. B. Надо сложить число минус 7 8 раз. А это значит, минус остается, раскладываем числа с одинаковыми знаками и складываем модули. 7 8 раз. А 7 8 раз это 7 умножить на 8. Получаем минус 56. Аналогично сложить число минус 10 9 раз. Получаем 10 умноженное на 9. Получаем минус 90. И сложить число минус 6 11 раз. А это значит, минус оставляем, так как складываем отрицательные числа, знак остается. И 6 прибавляем 11 раз. Это значит 6 умножить на 11. Получаем минус 66. Мы сделали номер 301, нашли сумму нескольких одинаковых слагаемых. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.